В Ладожском озере пополнение. В водоем выпустили почти 4000 рыб, молоть палии. Это разновидность лосося. Палия – стайная, довольно крупная рыба. В длину она достигает 75 сантиметров, весит до 9,5 килограммов. Молоть вырастили на рыбоводном хозяйстве в Сартовальском районе. В планах директора предприятия сформировать маточное стадо ладожской палии, необходимое для ежегодных выпусков этого ценного промыслового вида рыб.